Это девочка Рада. У Рады уже есть родители. И это видео мы записываем для них. Для того, чтобы они посмотрели на свою девчонку. Вот. А это Хасарик, который тут у нас принимает участие сегодня в съемке активно. Папаша. Да, да, мы зяйка, да. Вот такие у нас зубы. Вот. Радушка, красавица девочка. Это мама у нас. Тетюхина валяется в расслабленном состоянии. Зайчка, девочка, красавица, принцесса. Вот такая малышка. Вся красивая, ровная. Будет очень крупная, большая. Такая же, как у нас секвоя. Секвоя уже переросла маму. И вот эта малыха будет такой. Очень большой стафиней. Царских кровей.